Всем привет! С вами Настя Святошова, и я расскажу, какие сюрпризы приготовила нам погода. В субботу Воронеж окажется во власти облачности и небольших осадков. На улице будет до плюс 15 градусов выше нуля днем, ночью столбик термометра покажет 10-13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В воскресенье погода будет ясной, на улице будет плюс 20 градусов. Ночью максимальная температура составит 5-8 градусов выше нуля. Ветер будет дуть южный со скоростью до 14 метров в секунду. А если вы еще не придумали, как провести майские праздники, то заходите в блокнот-справочник. Здесь вы точно найдете, чем себя занять.